Реша лежит, отдыхает на шезлонге надо мной. Кайф. А я хожу и плаваю. Народу мало на пляже. С этой стороны вообще никого. А с этой индусы полно. Вода вечером уходит. Теплая. Градусов 30. Скоро будет закат солнца. Ореша такой один, одинокий у меня на шезлонге лежит. Его даже не видно, где он там, в какой-то надувной лодочке. Я индусы ходят. Им интересно собирать с моря какие-нибудь ракушки, звездочки. Вчера много столько звезд вечером приплыло. Море, ракушка. А далеко плавать они не заходят, боятся. И тут стоят охранники. Им, в принципе, не разрешают плавать. Если чуть повыше груди заплыл, а они подъезжают с палками и бьют их. Нельзя им плавать. Далеко. Поэтому они вот по пояс ходят. Плавать можно только нашим туристам. Это там вдалеке кафешки. Цены, в принципе, нормальные. Вчера брали креветки. Порция 350 рублей. Пиво 100 рублей. Так, мой пингвин перевернулся. Из лодочки вывалился. Никак он не может встать. Ореша, что с вами? Вы перевернулись? Понятно. А я вам как помощь пришла. Хотел вас обратно в лодочку засунуть.